it's a brand new way to be my very best Monet and live my best life, cause there's only one now. Yeah, only one now. Погляди на эти нашивки, Санни. Я знала, что тебе понравится быть следопытом настолько же, насколько и мне. Смотри, Минди, тут еще есть место. Погоди, а есть нашивки, которые можно получить с друзьями? Дай-ка посмотрю в справочнике следопытов. О, да! Нашивка за выживание в дикой природе выдается всей группе. О, у меня есть на примете парочка пони, которым это точно понравится. Природа, но разве она не наполняет тебя миром и покоем? О, да, мы определенно объедины с природой. Здесь налево. Получить эту нашивку за выживание в дикой природе будет проще паре. У меня на карте этого нет. Потому что это не карта, а один из рисунков Спарки. А где же тогда карта? Спарки! Так мы еще и заблудились? Нет, нет, нет! Может, нам стоит найти другую тропу? Это болото слишком тонучее. Только сунешь копыта и все. Ты грязи пони навеки! А может, это весело? Оно точно не для меня, Ис. Еще идея? Без паники. Я знаю эту скалу. За мной! О, да! Какой же костер без песен у костра от ми-ми-ми-ми-меня! Периметр лагеря чист, Санни. Предоставь дежурство мне. А я зажгу костер. Отойди с парки. И нам остался только ужин. Мы уверенно приближаемся к нашивке. Кыш, кыш! Если ты не против, конечно. Мама, мама, мама! Бегите! О, нет! Этот кролос все рушит! В том числе и наши надежды получить нашивку. Сейчас главное остановить кролоса, пока никто не пострадал. Вы со мной? Сюда, мистер Скок-поскок! Иди-ка возьми! Сюда! Мы вытащим тебя так, только ты придешь в норму. Это должно помочь. Какой милашка! Осторожнее с этими гигакристаллами, слышишь? Прости, что все пошло не так, как ты рассчитывала, Санни. Спасибо, Мисти. Но мы всегда можем попытаться заслужить нашивку за выживание когда-нибудь еще. Верно, Винди? Вообще-то нашивка за выживание в дикой природе дается не за разбивку палаток или разведение костров, а за работу в команде. Чем мы сейчас и занимались. О, да!
переведено и озвучено командой The Doctor Team в 2023 году.